Днем рождения отечественного кино принято считать 27 августа 1919 года. Тогда был принят декрет о национализации кинематографа. Правительство СССР считало кино серьезным инструментом влияния на массы, поэтому полностью его контролировало. При этом в киноиндустрию всегда вкладывались немалые средства. Российское кино прошло большой путь. В настоящее время в стране действует более 50 киностудий. Ежегодно выпускается свыше 100 картин. Проводятся различные кинофестивали и смотры. Совместно с Мособлкино в парках Подмосковья этим летом проходит акция «Летний кинотеатр». Работы отечественных кинематографистов знают и любят многие. Очень люблю смотреть всевозможные разные фильмы, исторические очень нравятся. Радует именно то, что вот последний фильм «Годунов» очень порадовал. Из наших фильмов последнее, что, ну, как бы, ну, классика, Данил Козловский, смотрю фильмы все, ну, просто нравится актер. И последнее, что смотрел из наших, это фильм такой 2007, по-моему, год «Дурак». От русского кино отошел и смотрю зарубежные фильмы. Ну, если что, я уважаю из русского фильма, то, наверное, старый фильм, там «12 стульев», все, да, все такое «Бриллиантовая нога». Я надеюсь, что русское кино возродится, да, и мы будем ходить в кино. Любимый фильм «Мои девчата». Вот, очень такой интересный. Сейчас он, конечно, в цветном таком цвете вышел. Ну, такой прям, когда она с батоном сидит, вот это вообще обалденный фильм. Мне очень нравится. Бондарчук, который не Федор, а его папа Сергей. То, что он читал «Войну и мир» роман и понимал его, это очевидно. Я очень люблю фильм «Брат». Из российского кинематографа есть фильм «Убить дракона» с Абдуловым. Очень хороший фильм, философский. Есть отличие от пьесы, если я не ошибаюсь, он был снят по пьесе. Но, то есть, подтекст, что в каждом живет дракон, то есть зло, и его нужно искоренять именно в себе, а не в окружающем мире, а именно в себе, и борьба должна проходить с собой. Ну, «Брат», вот фильм, «Брат 2», вот такого рода. Ну, и то, что родители смотрели. Ну, старые советские фильмы там. Ну, «Ирония судьбы», «В бой идут одни старики». Позитивные, добрые, жизненные, вот. Мои любимые режиссеры – это Василий Макарович Шукшин и Георгий Николаевич Данелли. У Шукшина самые любимые фильмы – это «Живет такой парень», когда впервые снялся у него как актер Куравлев, естественно, «Калина красная», «Печки-лавочки». А у Данелли великолепный его дебют «Сережа», который можно смотреть и детям, и взрослым. Всем известные «Мимино», «Афоня», «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон». Ну и меня поражают, конечно, фильмы, которые он снял в 90-е годы. Настолько правдиво и в то же время по-доброму, человечно показать то, что происходило тогда, это фильмы «Настя», «Орел и Решка». Советского кино я смотрел не так много, но из любимых, из понравившихся фильмов «Любовь и голуби», «Покровские ворота», то есть такие добрые советские фильмы про интересные истории. Мне очень нравятся фильмы «Квартет И». Это «День выборы», «День радио», «О чем говорят мужчины». Тоже очень хороший юмор, интересная история. Честно говоря, больше всего люблю смотреть советские фильмы, нежели современные. Они очень добрые, светлые и побуждают всегда к хорошим делам. Самый любимый фильм, ну, наверное, больше всего комедийный. «Иван Васильевич меняет профессию». Я его просто обожаю и каждый Новый год смотрю. «Майор» и «Дурак» мне понравились, потому что это достаточно смелые фильмы. Потому что не каждый режиссер позволил бы себе в нынешнее время снять такие смелые картины. Ну и они цепляют своей атмосферой. Я люблю наше старое доброе советское кино. Мой любимый жанр – трагикомедия. Наши замечательные режиссеры – Данелли, Рязанов, Захаров. Эти фильмы можно пересматривать несколько раз. И постоянно что-то открывать все равно для себя каждый раз новое. Может, цитата какая-то из какого-то фильма? Пусть из советского, из любого. Что-то общество, у которого нет цветовой дифференциации, штанов нет будущего. Наши люди в булочную на такси не ездят. Лампочку поменять надо. В чем сила, брат? Вся сила в правде. Эх, Вася, Вася. Умеешь радоваться, радуйся. Не умеешь, так сиди. Тут не спрашивают. Дурик, зачем усы сбрил? Не страшно. Не страшно, что я брошена. Страшно, что он свободен. Я требую продолжения банкета.